Так, ну что, ребят, всем привет. Увидел новиночку. Решил, что почему бы и не посмотреть. Напомнило мне чем-то симулятор бомжа. В первый Punch Club я не играл. Поэтому знакомство с серией начнем. Со второй части. Классика. Ну, давайте посмотрим, что тут. Возьмем нормальный, учиться надо сразу на том, как разработчик задумывал. Ребят убили отца. Блин, явно много кеков в игре. Разрешение такое маленькое. Бля, это вообще какие-то кейки сплошные. Интересно, драками здесь управляем или только... Крайне интересная завязка, конечно. Вот, на весь экран открылось. В верхнем городе. Ладно, пора заняться повседневными делами. Кач. Жрать. То синтезирует пищу? Походу без денег жрать не положено.
Еда отсутствует. Более компетентного специалиста мама. Мама. Говорит, еда отсутствует, может позвонить в службу поддержки. Они бы сильно удивились, узнав, что мы вообще используем их услуги. Ты хочешь сказать, что все это время мы воровали еду? Конечно же нет, сынок. Ух. Мы просто не платили за нее. Но это и означает воровать. Вот от меня хочешь, я старая больная женщина. Блядь, что здесь происходит? Опять 25. Отдала свои лучшие годы человеку, который... Мам. Бросил меня беременную. Пожалуйста, не начинай, я лучше пойду спрошу Генри, господи. Безо всяких объяснений, без единого словечка. А я растила тебя совсем одна. Интересно, долго она будет накидывать? Делала все, что только в моих силах. Этот уже ногой топает, слинять хочет. Так что если закрыть глаза на пару вещей, каждая уважающая себя мать сделала бы на моем месте то же самое. Ладно. Не будем бесконечно проверять. Доброе утро, Генри. Смотри, кто пришел. Ты же мой любимый сосед. Хочешь глянуть еще один олдскульный боевик? Вообще-то у меня проблема. Что такое? Диспенсер для еды перестал работать. Пробовал всечь по нему со всей дури. Он заблокирован. Оказалось, все это время мы воровали еду. Это, конечно, плохо, но ты ведь не знал, да? Да, но что нам теперь есть? Ты ведь знаешь, почему еду покупают в магазинах? Но это за пределами района, мама никогда не позволит. При всем уважении к ней, ты уже достаточно взрослый. Но она была бы не против, если бы ты заодно купил гамбургер любимому соседу. Ну, походу нам дали квест. Держи, а на сдачу купи себе что-нибудь на завтрак, окей? Ну, магазин буквально за углом, повзрослей, парень. Доброе утро. С нами общается голова в банке. Что-то не так? Ты голова в банке, говорящая голова в банке. Ах, мой друг, ты весьма наблюдателен. Чем могу помочь? Давай спросим, как так вышло. Видишь ли, я собирался приобрести молодое атлетичное тело, так что продал старое, но прямо перед тем, как смог позволить себе покупку, бахнул кризис. Чёртовы слизни. Продовольственный рынок обвалился, так что теперь я выгляжу так, как выгляжу. Ну что ж, как скажешь. Знаешь, здесь тоже был кризис. Такая знакомая проблема для детей 90-х. 90-92-го. Остальные, наверное, уже и слишком малы были для этого. О, это же скрепка из старого Ворда. Давно не виделись, приятели. Чтобы купить предметы, просто нажми на зеленую кнопку. Я знаю, что тебе это по силам, иначе как бы ты добыл эту игру. Если, конечно, ты не скачал ее с торрента. Что, как известно, незаконно. Бля, это смешно. Будь добр, приложи свой чип, чтобы оплатить покупку. Какой такой чип? Твой ГПП-чип, конечно. Эм, у меня нет такой штуки. Чушь какая, у каждого в городе есть. Давай уже прикладывай. Ну как? Оп.
О, здравствуйте, мистер Бобо младший. Снова пришли меня ограбить? Именно, будь так любезен, открой кассу. Ограбление не в мою смену. Я спасу вас, мистер говорящая банка из-под солений. Что? Что? Я сказал. Да мы слышали. Да, мы слышали. Может, лучше возьмешь этот шоколадный батончик и свалишь? Ни за что, ведь я... Погоди-ка, это Сликерс? Он ведь вкусный. Ты уверен, что готов разбрасываться этой штукой направо и налево? Прошу, забирай, сейчас я ограблю магазин и наберу себе еще. О, как мило с твоей стороны, спасибо. Простите, что прерываю вас, но что насчет ограбления? Блин, почти забыл, готовься к бою, заботливый негодяй. Сука! Какая же намечается заварушка? Самое время рассказать тебе, как драться. Ты можешь тупить, вставлять умения в слот. У каждой строки своя специализация. Давай используем атакующее умение, без этого драки не получится. Выбери одно из доступных умений. Одно из доступных и показывают только на одно. Чем больше умений используется, тем больше перков школы активировано. Ладно, давай попробуем добавить вот это тогда. Я думаю, что нет смысла добавлять тот же самый. Нет приемов защиты. Нет модификатора. Ну, видимо, все. Я выгляжу в проигрышной ситуации. У него и приемов больше. И инициативы больше. Энергии больше, здоровья больше. Я проиграл. Меня даже не добили до конца. Поражение, эффекты. Вы все еще чувствуете ярость? Мастеринг. Ой, преступное отродье. Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Я. Ну он. Ни слова больше. Закон кулака. Вы оба отправляетесь в полицейский участок. Спасибо, что не сдал меня, чувак. Это было бы чертовски плохо для моего ГПП. Стукачам стучат по щам. Окей. Все равно хочу тебя отблагодарить. Приходи на ферму слизни, если нужна работа. Ух ты. Мне дали новый квест. Блин, это что, отсылочка? Это же этот. Итак, скажи мне, сынок, что ты сделал со своим ГПП-чипом? У меня никогда его не было, сэр. Даже не представляю, что вообще значит это ГПП. Как, черт побери, это возможно? Видите ли, мама никогда не позволяла мне выходить из дома, так что позорище, твой отец бы этого не одобрил. Вы знали моего отца, мама ничего о нем не рассказывала. Как они без ГПП-чипа узнали, кто он? Он был бойцом, великим бойцом, все остальное засекречено. Мне нужно знать, сэр, это очень важно. Чтобы получить доступ к этой информации, надо стать копом, сынок. У меня были другие планы на сегодня, но ладно, я готов. Не так быстро, тигр. Сначала тебе нужно набрать 2000 ГПП и выучить все законы. Новый квест. Стать копом звучит круто. По поводу потасовки, которую ты устроил в магазине АПУ, я не буду тебя штрафовать. Ура. Но ты не выйдешь из полицейского участка, пока мы не вставим тебе чип. Но откуда мне знать, что это не для того, чтобы меня контролировать? Мне нравится этот парень, это именно для этого, но ради твоего же блага. Смотри, ГПП означает гражданский показатель порядочности. Чем больше ГПП, тем ты лучше. Если наберешь больше 9000 ГПП, станешь официально порядочным человеком. А для таких открыт путь в верхний город, где мечты, где сбываются все мечты. И как его набирать, этот ГПП? Обычно ГПП повышается за вклад в благотворительность, науку, развитие искусств, разные искусства. Например, искусство надирать задницы. В твоем случае, да, отличный план. А теперь давай сделаем тебя полноправным членом нашего славного общества. Бля, это какой-то вообще ур на весь... На весь гор, блядь. Драка не прошла для тебя бесследно, тебе стоит перекусить. Этот милый преступник дал мне шоколадку, так съешь ее. Помню времена, когда тоже мог делать это. О, нога, о, карамель. Бля, это вообще какая-то... Даже симулятор бомжа не был таким кекном, хоть и был создан
Сопоржать. Так, вот этот тип, который сидит справа, это же явно отсылочка на фильм «Разрушитель» со Сталлоне, где был преступник, которого играл... Я не вспомню кто. Так, вижу, ты проголодался. Давай заглянем в мультипаспорт в поисках перекуса. Мультипаспорт. Здесь вся еда, которую можно носить с собой. Выбери, что хочешь съесть. Вкуснятина, только не переусердствуй со снеками, приятель, а то мамочка заругает. И обязательно загляни в зал Сильвера. Это лучшее место для тренировок. Конечно, но сначала нас с мамой ждет серьезный разговор. Ой, сколько квестов накидали сходу. Я, честно, даже не думал, что можно так поржать с такой инди-игрушки. Подожди, нам же надо было гамбургер отдать другу, нет? Ты где был? Я так волновалась. Почему ты соврала мне про отца? Не вздумай разговаривать со мной таким тоном, молодой человек. Прошу, ответь на мой вопрос. Он пропал? Что ж, твой отец был бойцом. Великим бойцом. Может, даже слишком великим. Как только я забеременела, он намылился на какой-то главный турнир планеты. Я пыталась сказать ему, но он не слушал. Позже, Адри, мне надо сосредоточиться. Единственное, естественно, он выиграл, а после вжух пропал. Он сбежал? Он погиб? Понятия не имею. Если честно, для меня это одно и то же. Он не думал обо мне, о нас, так с чего мы должны беспокоиться о нем? Итак, где ты все-таки был? В полиции, в отличие от тебя... Они что-то о нем знают и возьмут меня на работу. Но все, что они делают, это дерутся друг с другом и с остальными жителями города. Как это там называется? Закон кулака? Ты всего лишь напрашиваешь на синяки и сотрясения. Разве у меня есть другой выбор? Я не могу провести всю жизнь в гараже. Если этот город живет по законам кулака, то я должен стать лучшим. Кулаком? Кулачником? Куличом? В любом случае, я буду таким же, как мой отец, и точка. Что? Но? Никаких но, ты слишком долго меня опекала. А теперь прошу прощения, меня пригласили на собеседование. Глава первая. Жизнь в большом городе. Хотя бы поел? Нет, все еще голоден. Тогда перекуси перед уходом, чемпион. Пробила на хавчик, как я тебя понимаю. Продукты из магазина нужно сначала приготовить. Время приготовления указано здесь. Они полезнее и сытнее, чем фастфуд, но мамочка уже говорила тебе об этом, не так ли? Чтобы съесть что-либо, просто нажми на кнопку. Теперь ты готов к подвигам, дружище. Давай посмотрим, что для тебя приготовил дивный новый мир. Открой мультипаспорт. Проверь вкладку «История». Здесь твое древо квестов. Ты можешь принести Генри бургер, который он просил, или поговорить с Лил Боба о работе на ферме, или посетить тренажерный зал Сильвера. Выбор за тобой. Задай этому городу жару. Ну, надеюсь... Один другое закрывать не будет. Пешком собирается 25 минут идти до соседнего дома. Привет, Генри. Вот твой бургер, прости, что так долго. Спасибо, как все прошло. Меня вроде как арестовали. Ого, ты в порядке? На самом деле, они предложили мне работу и шанс узнать, что случилось с моим отцом. Я же тебе говорил, дружище. Кстати, по поводу денег. Мне не нужна сдача, лучше раздай ее твоим обидчикам. Ясно. Понял? Это каламбур. Типа сдача в магазине и сдача дать сдачи, если тебя обидели. Ты смотришь слишком много боевиков, Генри. Кстати, не хочешь присоединиться? Как старые добрые, а? Что за фильм? Как всегда, олдскульный боевик из прошлых 80-х. Еще спрашиваешь, очень хочу, конечно, включай скорее. Ох уж это разветвленная диалоговая система. О, тебе понравится. Так, что же нам покажут?
спустя 90 захватывающих минут. Блин, нам даже не показали, о чем речь. Вау, это было восхитительно. А старые добрые боевички, я на них вырос. Я пришел сюда жевать жвачку и надрать задницу. И жвачка у меня уже закончилась. И тут этот бодибилдер начинает надирать задницу. И начало тоже было крутое. Приступишь через штангу, это будет твой последний шаг. Никогда не приступай через штангу. Бля, это ор. Ого, это был чрезвычайно крутой фильм. Гляди-ка, ты получил немного олдскул респектов. Давай посмотрим, что с ними можно сделать. Бля, олдскул респект — это еще и прокачка. Это перки от фильма, которого можно разблокировать за ОСР. Перки делают тебя круче в разных повседневных делишках. Выбери самый крутой перк. Карман для штанги. Откуда он только что достал свою штангу? Позволяет носить больше предметов в инвентаре. Нормальная тема. Спринт со штангой. Бег со штангой — это странно, зато увеличивает скорость передвижения по городу. Основы основ. Даже чтобы правильно отжиматься, нужно знать основу. Повышает эффективность отжиманий на ковре. Сука. Ну давай основа основ, качаться нам придется. Так, стоп, а трудяга это тоже? Немного мотивации от крутого штангиста, работаю усердно, не отвлекайся на этом. Все, повышает эффективность работ. Так, ну давай основа основ и карман для штанги. Маленькая, но все-таки побегает. Теперь ты знаешь, сколько пользы приносит старая школа. Ну что, сосед, отлично провели время. Если захочешь повторить, помни, у Апу были какие-то старые кассеты. Надеюсь, они ему больше не нужны. Спросишь у него? Не вопрос, Генри. Да, там еще можно будет добывать новые. Так, ну и карман для штанги тогда. Хотя передвижение по городу тоже, казалось бы, будут полезны. Ладно. Пусть так. Зал Сильвера. Фермобобо. Даже не знаю, но давайте сначала попробуем записаться, подкачаться. Вдруг там для работы нужен будет файт. Сэр, мне сказали, здесь я могу привести себя в форму. Именно, приятель, оглянись, ты по уши в будущем. В зале Сильвера из тебя сделают молодого Шварца одним нажатием кнопки. Так, секунду. Так, проверил, все работает. Да ладно, тебе супер-пупер-дупер технологии. Вот что сделал наш город великим. Зал Сильвера на уровень выше того барахла, что русская мафия продает на свалке. Видел их деревянные тренажеры и ржавых боевых роботов, посмешище. Хм, звучит интересно, надо будет заглянуть на эту свалку. Узнай, что мутит русская мафия. У нас же ты станешь машиной для убийств, даже не вспотев. А потом сможешь испытать силы в непревзойденной лиге Сильвера. Как пройти в зал? Рад, что спросил, он прямо за этой дверью. Не стесняйся, наш робот-администратор все покажет. Расскажи о бойцовской лиге. Любители со всего города сражаются за деньги и ГПП. Чумовая тема. И пусть слово «любители» не вводит тебя в заблуждение. Те парни могут надрать зад кому угодно. О, да. Еще точнее, парни и одна девушка. О, да. Итак, новичок, готов проверить себя в лиге Сильвера? Драться и побеждать — это буквально все, о чем я мечтал. Хватит репаса, я в деле. Вот это я понимаю, сынок. Давай внесем тебя в списки. Так. Тоже записываешься в лигу? Ух ты, этот парень хочет со мной подружиться. Почему бы и нет? По-моему, это круто. Тогда надеюсь, что ты сдохнешь под забором. Показалось. Это было не очень вежливо с твоей стороны. У меня есть дела поважнее, чем тусоваться с лузерами. И запомни, попадешься лорду Хьюи на ринге, тебя ждет судьба Марселоса Уоллеса, если понимаешь, о чем я. Кто это был, сэр? Хьюи, раньше он был на побегушках у Боба, местного бандита, а теперь у него достаточно ГПП, чтобы назвать себя лорд. Я думал, это кличка для собак. В любом случае, мой кулак с нетерпением ждет встречи с носом его величества. Тебе нужно гораздо больше ГПП, чтобы вызвать на бой Хьюи. Можешь начать путь к этому прямо сейчас, мои леги. Сегодня как раз день боя, и есть одно свободное место. Будто специально для тебя.
игрок 0. Из список всех лучших бойцов лиги, дружище. 11 злых мужчин и женщин, готовых надрать твой зад, набить морду, намять бока и так далее и тому подобное. Давай посмотрим, кто сегодня будет твоим противником. Вот бой, на который можно записаться. Твой соперник выглядит серьезно, изучим этого смельчака получше. Вот его боевые настройки и характеристики. Хм, какой-то он лох. Как он сюда попал? Может, чисто в учебных целях? Ладно, давай запишемся на бой. Обычно записываться нужно заранее, но сегодня исключение. Отлично, первый шаг сделан, Бейз. Теперь покажи, чего ты стоишь. Бои лиги проводятся в определенные дни. В эти дни есть промежуток времени, когда можно начинать бой. В лиге Сильвера это время с 8 до 10. Оставшееся время указано здесь. Помни, пропустишь время боя, тебе засчитают позорное поражение. А теперь отправляйся на свой первый бой в лиге. Да не ссы ты. Так, а если добавить третий прием? Во. Будет комбуха. Нет защиты, нет модификатора. Ну что ж, погнали. Почему-то у меня не полное здоровье опять. Не, он все равно бьет по два. Это три должны быть разные. Так, ну что ж, продолжаем, видимо. Они по одному панчу меня обмениваются. Третий раунд. Мы уже два раунда продержались в лиге сходу. Я считаю, это успех. Ну, что-то дал ему дожить до четвертого. Ну ладно. Победа нокаутом в четвертом раунде тоже не так плохо. Вин. Мы прокачались. Молодец, неплохо для начала. Это что, шутка? Даже моя бабушка дерется лучше. Пойду лучше потренируюсь со старой коргой, чем смотреть на это убожество. Возьми батончик, приятель. Поможет восстановить немного энергии и здоровья. Если что, у робота-администратора в зале есть еще. Ах да, и не забудь про деньги. Мы ведь живем в мире победившего капитализма. Кстати, ты уже должен мне доллар. За что? Расслабься, это шутка. На самом деле не шутка. А ладно, ладно, шутка. Видел бы за свое лицо, еще увидимся, новичок. Неплохой вышел бой, и ты получил за него немного ГПП. Теперь ты можешь как бы... порядочным гражданином. С помощью ГПП можно разблокировать боевые умения. Давай-ка глянем на них. У тебя еще нет никаких защитных умений, самое время это исправить. Выбери, какое больше нравится. Уклонение. Защитное умение дает шанс уклониться от атаки противника, не получив урона. Блок. Защитное умение дает шанс заблокировать атаку противника, существенно снизив урон. Ну, через уклонение пойдем, конечно же. Не зря мы соусу проходили через уворот. Поздравляю, теперь ты способен не только мутузить своего оппонента. Ну ладно, блок мы тоже можем выучить. Так, что ж, попробуем прокачаться в зале. Здравствуй, дорогой посетитель, рад приветствовать тебя в зале Сильвера. С нашим нейротренажером ты легко сможешь стать сильнее, быстрее и выносливее. Передовые технологии – лучший путь к тому, чтобы стать непобедимым. А вот то, что пригодится после любого боя – Гриндус, наш генерал-массажист. С его помощью восстановить здоровье, причем бесплатно. Также ты можешь приобрести у меня энергетические батончики и напитки. Рекомендуем полностью переключиться на энергетическую диету. Что это за бассейн и что за толстяк там завис? Это тренажер виртуального боя, только для VIP-гостей. Ага, понял. Если у тебя остались вопросы, спрашивай. Блять, это, короче, отсылка к Star Wars и генералу... Не помню, как его с шестью руками.
Не понимаю, почему джедаем был робот. Это отсылка... Как он назывался, этот фильм? По-моему, с Уиллом Смитом. Нет. Нет. Не с Уиллом. С Уиллом там просто за ним правительство следило. А тут, где типа эти... Лежали... Как их называли? Не медиумы. Короче, которые видели будущее, останавливали тем самым преступления до того, как они случились. Купить, давай посмотрим. 18 баксов стоит протеиновый батончик, 20 энергетик. Сколько у меня? А, у меня 35. Так, у меня был батончик. Я не знаю, стоит ли его сейчас хомячить. Пока не будем. Это что такое? Разминка. Подготовить тело к тренировке. У меня что-то повысит, да? Я правильно понимаю? 4 бакса. Баксов у меня еще есть, чего-то не хватает. А это то же самое, интересно? То же самое. Логи, господин Гриндусова недоступны, сэр. Почему это? Зал закрывается в 22:00. Будем рады приветствовать, предоставить вам наши услуги утром. Ой, ничего себе, тут еще и время. Только эти почему-то все равно стоят. Ну что ж, тогда на выход. Тут еще и тайм-менеджмент. С ума сойтить. Когда будет следующий бой? Регистрации на бой еще не начались. Так. Ага, через карту выходить. Свалка роботов. Ферма Бобо. Давайте начнем с фермы. Сейчас 10 туда пилехать будет. Привет. Ты еще кто такой? Отец, это парень, про которого я тебе говорил. Что? Привел своего любовничка? Чего, я не... Я пошутил, расслабься. Если ищешь работу, сможешь выбивать для нас слизь. А теперь прошу меня простить, девочки, есть дела поважнее. И чем ты здесь занимаешься? Помогаешь отцу по ферме? Приходится. Звучит так, будто тебе это не особо нравится. Звучит так, будто меня никто не спрашивал, нравится меня или нет. А чем бы ты хотел заниматься? Мне всегда казалось, что в жизни есть нечто большее. Чем этот грязный город, криминальные войны, незаконные активности и все такое. Никто здесь, даже мой отец, не верит в лучшую жизнь. Но когда-нибудь я наберу достаточно ГПП и свалю отсюда к чертовой матери. А как ты планируешь набирать ГПП? Думаю, мы пока недостаточно знакомы, чтобы все тебе выкладывать. Может, позже. Для чего вообще нужны эти слизни? Мы используем их слизь для продуктов, диспенсеров, для еды. Что, хочешь сказать, всю жизнь я ел это? Прикинь, но ты ведь никогда не жаловался на вкус, так? Да, но... Тогда какие вопросы? Пойду-ка я работать. Развлекайся, чувак. Ты в своем уме? Что-то не так? Видел, который час? Время спать или заниматься криминалом, но точно не работать. Возвращайся завтра в 8 утра, чтобы не перебудить всю округу звуками выбивания слизи. О, я думал, на ферме что-то более криминальное. Он продает жрачку. Понял. Ну, значит, заглянем к мафии. Привет, здесь кто-нибудь есть? Стоять, кто идет? Я ищу запчасти, чтобы починить свои тренажеры. Слышал о Динамо? У нас клиент.
Он мне не нравится, этот пельмень похож на подсадного. Понятия не имею, о чем ты, я всего лишь простой работяга. Может, это и правда, плати за свои запчасти и уходи. Даже не вздумай ко мне подкатывать. Как я могу доказать, что мне можно доверять? Что думаешь, киска? Еще раз назовешь крендель, скручу. Это как бублик, только больнее. Агрессивно это навело меня на мысль. Нет лучшего способа проявить себя, чем сгибание железных хреновин. Если ты предлагаешь работу, я в деле. Хорошо, тогда вперед. Бля, работу. Начать работу. Зачем на нем экзоскелет? Эй, стахановец, иди домой, отдохни немного. Днем здесь работают роботы. Но я не устал. Я сказал, иди домой, правило есть правило. Купить танго. Ну ладно, бабки надо будет копить, походу. Ну ладно, с работы на работу, считаю, пацану надо поработать. Что здесь? Что это? Что здесь? Что? Что из этого энергия? Здоровье вот, энергия вот. Это что за шарик? Непонятно. Ладно, с работы на работу, нормальная тема. Здесь нужно самому сохраняться. А, просто сохранить. А, тут есть автосейвы. Ну и ладно тогда, пока не будем. Выбивает слизни, прям реально выбивает. А, это голод, он жрать хочет. Так, секундочку. Сожрать батончик. Теперь можно работать. Все, хватит мутузить этих малышек, время отдохнуть. Так, ну если мы сейчас с работы на работу. Возможно, с работы на работу он еще раз вывезет. Блин, что-то у него жрачка дорогая. Ладно, заглянем в дом, посмотрим, есть ли там пожрать. А-а-а. Болтов мне на воротник. Так. Где пожрать? Если в магазин, оттуда на работу. Мистер Аквариум. А, юный боец, как прошло знакомство с законом. Это было познавательно. Теперь у меня есть ГПП-чип. Ну-ка, и правда есть. Хочешь купить что-нибудь? Я тут подумал, ведь я, получается, защитил твой магазин. Услуга за услугу, почему бы и нет? Как насчет скидки? В черную пятницу со мной играет, вздумался сунок. Никаких скидок. Ладно, ладно. Но я знаю парня, который знает другого парня. Может, у них есть для тебя работа? Это пиццерия. Всегда хотел развозить пиццу на мопеде. Нет, мой друг, пиццы больше нет. Чертовы слизни. Зато можно готовить лапшу. Иди на улицу возле клуба и скажи, что это апу. А теперь, хочешь купить что-нибудь? А у тебя есть какие-нибудь старые кассеты? Черные пластиковые коробочки. Раньше с их помощью смотрели фильмы. Что-то припоминается, валяется среди остального абсолютно ненужного мусора. Конечно, с тебя 100 баксов. Чего ты столько сказал, что это абсолютно ненужный мусор? Так и было до того, как ты меня заинтересовался. Теперь это продукт. Ладно, они не нужны мне. Я собирался выкинуть их в мусорку. Кого обдурить вздумал? Цена одной кассеты 100 баксов и ни цента меньше. Так, набор продуктов. Продукты надо готовить.
Сэндвич со слизью. Так. Ладно, возьмем два сэндвича, заточим. Теперь можно и на работку зайти. А где он сказал? А, вот. Нет, это полицейский участок. А, улица возле клуба, вот там. Ладно, начнем с роботов. Понеслась. Что за М? Работа очень сильно ускоряет время. Так. Значит, надо в магазе купить продукты. Падла, ты все соки из меня выжимаешь. Ночь работал, чтобы просто пожрать. Ты что тут устроил? Пытаюсь поесть. А знаешь, что я пытаюсь сделать я? Поспать? Да, сообразительный мой, я пытаюсь поспать, так что прекрати шуметь. Так а мне что делать? Понятия не имею. Купи в магазине каких-нибудь чипсов или еще чего. Если... Через диспенсер было гораздо проще. Может, помогут таблетки для сна? Надо спросить у Апу. А, то есть она мне не даст пожрать. Вот скотобаза. Сволочь. На. На. Ладно, мразь. Так, а как ей дать леденцы? Я их нафига покупал? А, вот так. На. Леденцы сработали, аллилуйя. Давай сразу голод восполним на максимум. Уже тогда поспим. Батя хочет редко, вот жрать так ничего. Так, погнали разведаем, что за пиццерия. Привет.
Точнее, лапшично. Здравствуйте, здравствуйте, что докажете? Мне сказали, что я могу здесь найти работу. Кто тебе такое сказал? Владелец магазина, коричневые глаза, ничего ниже шеи. А, так ты Атапук? Конечно, мне бы пригодилась еще одна пара рук. Но если ты шпионишь для русской мафии или этих Бобу и сыновья, еще одна пара рук понадобится тебе. Понял? Понял, но разве у Боба не один сын? Чего? Просил бы я, если бы понимал, кто это вообще такие Бобы и сыновья. Вот именно, теперь за работу. У этого, похоже, можно круглосуточно работать. Смотрите-ка на этого трудоголика, слушай, все, натусовались и ушли спать, больше нет клиентов. Приходи в 7, когда будет побольше клиентов. А, понял, то есть работать у него все-таки только ночью. Что ж, как скажешь. Из моментов я должен еще и успевать ходить в качалку. Если тут с работы на работу мотаешься просто по той простой причине, что бабки тают слишком быстро. Так. Что это за значок сковородки? Так, 15 голода восстанавливает. Котина. Даша. Отлично, здоровье мы восстановили, значит, домой пожрать. Я ж купил продукты, я надеюсь. Купил. Все, и до талого. Все, теперь можно в лапшичную. Или в свалку. Там мне платили по 28, давай проверим, что на свалке. По 32. Кто падает сверху? Так. Ну, у меня бабок так мало. Так. Thank you.
Бабла не хватает. Надо, походу, этот от уровня к уровню идти. Что здесь по файтингам? За JD. Сейчас будет уничтожен. Почему нельзя? Плюс 20. Бегунок сверху. Попробуем заглянуть. Я правильно понял? Бой просто в это время. Что за 12.25? Что это значит? Нужно прям к определенному времени прийти. Это вообще жестоко. Сегодня хватит. Чё низкий уровень ярости? А, то есть периодически надо драться, это ярость, я понял. Двадцать два тридцать пять. Так. Пинаем слизни, что ли? Происходит днем. Тут по 29 платит. Пока что мафия платит больше всех. Восемь пятьдесят, да, запарили. Уж пусть братан будет трудягой. Бой доступно. Аллилуйя. Ну давай его нашлепаем. Там, по-моему, защита. Уворот, модификатора нет. Странно, мне казалось, что кто-то из этого
новое появилось. По крайней мере, писали новые технологии. Давай уничтожай их. Ну, это чистая победа. Хороший бой, да? Ага, спасибо. Но победа — это не повод расслабляться, а лишь причина работать еще усерднее. Прочитал это в журнале, который кто-то оставил с RT, то есть в библиотеке. Глядя на твой бой, я поймал себя на мысли, что мне нравится, как ты двигаешься. Сэр, если вы пытаетесь за мной ухаживать... Нет, нет, в смысле, я будто уже видел это движение раньше. Один мой хороший друг двигался так же. Но это было так давно, лет 20 назад. Ты тогда, наверное, только родился. Это случайно... Не его фото висит в самом центре зала. Мы похожи друг на друга, как все фильмы с Саб-Зиро и Ниже Нуля. Божечки, как я этого не заметил, поразительно схвастаться. Ты что, клон моего старого друга? Скорее, это мой отец. Именно так я сразу и подумал. Даже не знаю, с чего начать, это было так давно, и если в этом городе есть надежный источник информации, то это знаменитые цифровые архивы верхнего города. Цифровые архивы, что это? Вся информация, собранная человечеством с сотворения вселенной. У них есть все, даже то самое видео с Памелой Андерсон. Если где-то им можно узнать что-нибудь о твоем отце, то это там. Здорово, как мне туда попасть? Только люди с 9000 ГПП могут пройти верхний город. Твой будет путь долог и тернистый, начинается он в Лиге Сильвера. Он был сильным, я бы даже сказал, самым сильным. Мы были друзьями, я бы даже сказал, лучшими друзьями. И мы постоянно попадали в разные смешные ситуации. И я бы даже сказал, очень часто. Может, скажешь одну из них? Конечно, надо только вспомнить самую смешную, а то их было так много. Хоть что-нибудь? Да ладно тебе, приятель, ты в моем возрасте не вспомнишь даже, сколько тебе лет. Аргумент. Ярость мы не сильно подняли, но можно восстановить здоровье хотя бы. Так, что мы можем подкачать? Мы теперь по 42 было же по сотке. Как мне узнать? Ловкость стоит поднять. Я поднял до второго или чуть-чуть не хватило? Ну, сука. Доступна новая технология. А где мне эти новые технологии получать? Я не помню. Так, я докупал, я подъедал. Подъедал. Так. 9.50. Стоп, это не то. Ладно, он здесь появится, я уже понял. Правда, непонятно где набирать ярость, если вне боя.
Бригадир свалки. Дай мне уже наконец-то. А, это, кстати, плюсует силу. Неплохо, работа подкачивает. Дай мне уже повышение. Да ты козлина. Ага, сражение через 2 дня. Видимо, это означает дни. Так, что ж. Похер доедь. Ой, нет, не туда. А это повышает скорость. А, работа колом встает, если он жрать хочет. Так, а у него есть что сожрать за 30 баксов? Ага, тут нужно еще и его заслужить доверие. У меня с собой ничего из еды. Босс. Ну давай, давай, теперь повышение точно будет. А, надо нажать. Итак, новичок, у меня к тебе пару слов, да? Ты хорош в сгибании, так что мы подумаем повысить тебя. Я не против, но не раскатывай губу, ведь настоящий сгибатель сгибает не только трубы. Ну и своих врагов, а что мне делать, если у меня их нет? О, это не проблема, Сергей. Бля, он что-то жесткий. А тут добиться повышения не так уж и просто оказалось. А, стоп, я затупил, у меня же технологии за ГП даются. Технология улучшения. О, у меня вышитает. Надеюсь, хоть ярости наберу. Это было разочаровывающе. Попробуй еще раз. Так. Работать он не хочет, потому что у него нет энергии, понял. Так, ну нихера там, конечно, нужно для повышения.
Бэнг. Боковой удар. Middle kick, low kick. Чё-то не спишь. Вставать тебе еще не разрешали. Так. Надо заскочить в зал, восстановить здоровье. Бабок нифига нет. Типичный бич. Так, ладно. Повышение попросим, видимо, попозже. Потому что скоро у нас бой на арене. Бой. Ну, я надеюсь, ты в этот раз ушатаешь. Так, low kick, middle kick, боковой. Здесь ничего нового. Модификаторов тоже все еще нет. Чё он уклоняется, скотина? Хреново, у меня энергия кончается очень быстро. Мы так просрём бой. Я не промахивайся. Вот он, конечно, подставлять-то. Такому лоху слили. Пожрет и спать. Работать. Можно даже попытаться
топтануть этого типа заново. Единственное, что я не понял. Ладно, попробуем еще раз. Нам надо выбивать повышение в прямом смысле. У меня так мало энергии. Вообще не понимаю. Энергия зависит от скорости. Понятно, надо вкачивать скорость, чтобы у него... Что надо вкачивать? Не падай. Бро, просто добей. Да, наша победа на тоненького. Неплохо дерешься для любителя повышения твое. А что, собственно, изменилось? Теперь ты будешь сгибать немного быстрее. Еще кое-что. У нас есть секретная боевая школа. Что за школа? Называется Сомба, и они ориентированы на силу и мощь. Чтобы использовать ее на максимум, тебе нужно держать мышцы в тонусе. Странное название. Это чтобы шпион не догадался. Но следят? Нет, но мы должны быть готовы к этому. Кажется, кто-то разблокировал новую боевую школу. Тогда открой вкладку «Боец, боец». Здесь все доступные боевые школы, пока ты в самом начале пути. Давай проверим, что там за новая школа. Мать честная, да тут новые перки. Чтобы их активировать, нужно использовать умение этой школы. Блин, совсем забыл, давай проверим их в технодереве. Теперь эти умения принадлежат к новой разблокированной школе, активируют ее перки. Их можно использовать с новой школой, и обязательно зацени, бро. Вот и новое умение, это школа. Путь ленивого медведя. Наслаждайся новым перками, чао-какао. У меня пока нет новых перков. Ладно, пока так оставим. Начать работу. Теперь он будет сгибать быстрее, значит мы будем чаще получать бабки. Кайф. Так. У нас есть халявный коврик, который все поднимает, но медленно.
Как драться чаще? Просто где эти драки, чтобы ярость не падала? Репутация. Ладно, пока так обойдемся. Может быть, нужна какая-нибудь груша для боя, и на ней он тоже будет поднимать ярость. Непонятно. Так, там где-то в 8 начинается работа, значит, пора останавливаться. А работать с 8. Ну, правильно получается, я рассчитал. Пойдем окольными путями. А, можно было сразу. Восемь часов до боя. Так, а что остановилось? Типа, чтоб перед боем восстановился. Сволочи, а? А, у него этот настроя боевого нет. Как его поднимать? Пусть пожрет. Ну, он пожрал, так что нам норм. А это опять я тоже рад тебя видеть. Или рада, не знаю, я же скрепка. Ты можешь сменить боевую школу, давай посмотрим, что у нас тут. Здесь все боевые школы. А, боковой удар типа сюда. Ну тут как-то не очень лучше. Так что в базе останемся.
Этого мы сейчас расшатаем вообще как дитя. Уничтожай. Не та кнопка, так. Автобус нас перемещает мгновенно. У нее леденцы закончились. Судя по цвету сна. Опа, холодильник пуст. Отстой. Он даже трижды за ночь не успевает это сделать. Если Генри заклинуть, что-нибудь будет интересно? Ничего. Well. Ну, мамка, конечно, любит днем щемануть. Душная женщина. Пора бы уже нархиты эти снаряды заработать. Ой, упустил момент.
И как раз упал этот. Полностью настрой его. Я не понимаю, откуда ему брать ярость. На ферме посмотрим. Я тоже минус ярость. Ёшкин паровоз. Так. Где-то у него был лучшим копом. Не переживай, однажды ты тоже сможешь стать голограммой. Саймон Феникс. Самый опасный преступник 20 века, да, это он. Да, требую засунуть его обратно в морозильник. Так, где ярость набирать? С отрицательной яростью поработать мы сегодня не сможем. Качается хотя бы. Ал. У него и такое понятие есть. С уборщиком даже не поболтать.
Минус мораль на ковре словил. Что мне делать? Как промотать время? Ну, это что? Низкий уровень ярости. А где ее поднять? Да ты запарил уклоняться, мышь. Так, походу этот расходует слишком много энергии. 8. 7, 6. Понял. Да хватит падать. Просто своими падениями себе столько здоровья отнимает. Сука.
Так. Попробуем здесь немножко пошаражить. Денег, конечно, поменьше. У него опять упало. Что с тобой делать? Где брать эту ярость? Того, что мне доступно, нигде ярость не поднимается вне боев. Через 3 дня бой. Ну, надо с любовью к дракам устраиваться. Вышибалы в какое-нибудь место. Ну, баф душевное равновесие. Но он тоже как бы отнюдь не скоро открывается. Может, в магазине что-то продается, что поднимает ярость? Газировка поднимает ярость, но не сильно. Так, а в зале? О, тут есть спарринг. Надеюсь, он поднимает ярость. Он просто сидит в роботе. Если б не кончаешься энергия. Ой, ярость поднимается. Сегодня хватит, приходи завтра. Понял. Ярость можно поднимать. Уже легче. Так, сейчас, пока он работает, налью попить.
Так. Почему он жрать хочет? Понял. Ну да, плюс-минус такой расчет и был. Я надеюсь. Да, сука. Делался, что еду я покупал. Так, пожрать. Спать. Главное, чтобы он выспался до того, как зал закроется. Отлично. Еще раз жрать. Зал. Сначала восстановить здоровье. Теперь спарринг. Может убрать защиту, чтобы он на нее энергию не тратил. Да. Спарринг есть. Будем жить. Свалку рано. Ему работа у него уменьшает ярость. У всех. Привет, привет. Как дела? Почему у всех работа повышает ярость, а у этого пацана понижает ярость? Как-то работает это все у него неправильно. Давай, надо просто надрать ему зад и все. Готовченко. Ё, ярость подняли. Четко. Теперь можно жить. Теперь я хоть понял, где она набирается. А у него нет энергии, чтобы отдыхать. Мама, здоровье восстановили. Ну здорово. Ничего не скажешь. Молодец, боец. Наконец-то это энергия, вся фигня хотя бы до 100 восстанавливается.
кстати, на работу. А, как же. Работу. Интересно, что будет на следующем повышении. Запарился своим низким уровнем. К бою здоровье восстанавливается. Тогда непонятно, зачем нам здоровье показывают в течение всей игры. Можно спать, жрать. Эмулятор бомжа в тоже вкладывался. Спать, жрать, качаться. Надо бегать до магаза. И не то. Таблетки еще не нужны маме. Ну, теперь можно на работу. Надеюсь, после очередного повышения мы сможем еще быстрее сгибать балки. Эх, не добились мы повышения сегодня. Так, сначала сюда. Пить жрачки, наращивать массу. Не понимаю, как я умудрился пропустить, если он говорил о спарринге, что я вот сейчас просто бегал, тыкался в поисках, где подраться, потому что из-за упавшей ярости какого-то хрена он ничего не хочет делать, теряет волю к жизни. Еще бы энергию подкачать, чтобы он не падал в течение спарринга.
Так, всем вновь прибывшим привет. Если вы заходили и вам не ответили, пока я наливал воду, что ж, я не со зла. Так. Интересно, почему Punch Club стримит, и всем интересно, а вот симулятор бомжа все пропускали, ведь там та же самая механика. Жрешь, качаешься, работаешь. Ну как работаешь? Как можешь. При этом изучение карты там было чуть интересней. Если вы в курсе за симулятора бомжа, напишите. К сожалению, Горбаш, по-моему, игра называлась-то. Ее даже когда ищешь в интернете, почему-то он выдает несколько не тех. Максимально сложно. А еще она забагована. Вот это в ней печалило. Ну-ка, что скажешь за повышение? Привет, Гриша, хотел спросить. Да-да, и тебе привет. Ты такой хмурый. В смысле, хмурее, чем обычно. Что случилось? Бля, хмурее, такое слово вообще есть? Видишь ли, товарищ металлургов, блять. Для успеха нужно быть жестче, но всегда быть таким. Это утомительно. Если бы нашлось какое-нибудь забытое развлечение, способное растопить наши сердца. Интересно, о каком развлечении речь? Лучший развлекатель — это Генри. Он развлекал меня, пока я годами сидел дома. Кажется, у меня есть идея. Гриша, я скоро вернусь. Поможешь мне, я в долгу не останусь. Ладно, то зайдем днем, Гриша. А, понял. Тогда пока пусть поработает. Пока на плюс морали парень находится. Так, снова бой. Стоит ли убрать эти? Давай попробуем убрать пока у ворот. Может быть, так мы продержимся дольше. Пинки мимо — это, конечно, вообще полный швах. Так. Я вам просто комбо из трех ударов засаживает. Да, вот с этими падениями. Не знаю, так сильно он на бринг бьется или за что столько хп отнимают. Убивай. Давай. Ну не промахивайся. Так. Сука. Не знаю, почему вот настолько не заходит. У меня энергии чуть поменьше на спарринг. Ну да ладно. Главное ему эту боевую ярость поднять. У нас, оказывается, этот персонаж варвар. Давай, животное, бейся до конца. Дефит. Забавно, обычно он побеждал в спарринге. Так. Пить еще пару жрачек, чтобы было с чем сидеть на массе. Домой бегом. Пока мама под леденцами спит и не слышит, можно хоть пожрать. Они, конечно, жестко сделали, что нужно еще постоянно леденцы маме для сна покупать, чтобы она не ворчала. Не знаю, был ли какой-нибудь такой замес в первой патч-клабе, не играл. Если кто в курсе, расскажите, очень интересно. Я бы даже сказал, что после игры во вторую часть захотелось попробовать первую.
гоняем, восстановим здоровье. Это у меня совсем какой-то бедолага. ПП нет на постоянной основе. Ну хотя бы нашли, как ярость восстанавливать. А то игра не объяснит. Сука, я поздно пришел. Ладно. Сам виноват. Давай на работу, буренька. Блин, я же к Генри еще хотел зайти, сука. Игра развивается быстрее, чем я думаю. Не думал, что в этих симуляторах надо думать. Как-то он медленно работает. Мало бабок, нужно больше кэша. Так, сейчас заглянем в зал. Восстановим здоровье, потом спарринг, Гриша. Как это все в голове удержать? Но круто, что нам делает массаж просто этот джедай-робот. Так. Передуем на спарринг. Голодный, надеюсь, не откажется спарринговаться. Ай. Погнали. Он ж по три удара засаживает. Все равно старается максимально потратить энергию, выданную ему свыше. Так. Ну а теперь через Гриш, через Генри. Есть проблема, которая по зубам только тебе. И коллеги немного приуныли, я хочу как-нибудь взбодрить. Про тех русских. Как раз была кассета для таких случаев. Она пришла по почте только на прошлой неделе, как раз, когда шел сумасшедший ливень. А потом подул такой ветер, что посылка выпала из рук. Ее смыло прямо. Придется наведаться в канализацию. Ага, все не так просто. Как он в соседний дом идет 25 минут, я не понимаю. Мы хотя бы ему боевую ярость подняли. Поспим до Талова. Не успеваем в канализацию. Еда закончилась. Ладно. Начнем с работы. Работает сколько сможет до голода. Блин, тогда... Да, все наперекосяк. Купим кассету. Если интересно, стоит 200. Котина. Блин, не туда. Так, в дом Генри.
Ручком смотаемся, так и быть. Так. Зал. Паринг, восстановим здоровье и в канализацию заглянем. Уж понеслась. Интересно, он со спарринга боевой опыт выносит. Как-то за это, об этом забывают упомянуть. Ну, в плане подкачки силы, физы, чего-нибудь еще. Вин. Босс. На и наших. В канализации, наверное, тоже драки будут, конечно. Так. Стоит, видимо, сгонять домой, отоспаться. Ладно, 4 бакса можем позволить. $8 уже дорого. Так. Видимо, проход вглубь. Ну, что-то есть лутануть. Новый предмет. AirPods правый, услада для правого уха. Но так тут какие-то еноты стояли. А они для нас не агрессивны. Страшно здесь. Видимо, сюда. Пицца. Старая добрая пицца. Нормально ты ее будешь жрать даже? Эй, я думал, там еда. Каждый скрин отнимает 10 минут. Хватит, он, конечно, ходок. Нунчаки. Как у Микеланджело. Ну, лучше бы ты их взял. Салют, салют, Янг. Кто-то заходил, пока я воду наливал, но, походу, не дождавшись ответного привета, сбежал. Ну и заходили молчуны. Как твои дела, молодые? Господи, как долго ходить-то по канализации надо? Потом еще столько же возвращаться? О! Стоять, какого черта? Так, этот парень не кажется мне вменяемым. Вменяемым? Кого это назвал вменяемым? Вообще-то я сказал, да будет тебе известно, что я из сопротивления. А у нас там вменяемость, это тяжкий грех. Слушай, я просто искал. Что бы ты ни искал, ты нашел только проблемы. Потанцуем. Бля, а че он такой жесткий? Можно было заранее-то предупредить? Уже у меня еще уработает. Ну хотя он тоже нормальный энергии. Блять, не только энергию, он мое здоровье тоже тратит, будь здоров. Дождался, ну красава. Что у тебя там нового? Опа, он упал, шикос.
Правда, здоровья у меня все равно мало для этого. Ну да. Убирайся с территории сопротивления, не вздумай возвращаться. Я надеюсь, он сразу выйдет. Фуф. Да, надо будет еще прокачаться, чтобы это забрать кассету. Чтобы отдать ее Генри, чтобы Генри поговорил с нашим работодателем и нам сделали повышение. Какая тяжелая игра. Симулятор боли почти что. Так, нам доступен бой. Энергию мы не восстановим, можно было бы здоровье, ну да ладно. Первым, мне кажется, мы и так раскатаем. А, вообще не тратит энергию, в отличие от меня. Тут до его. За два раунда раскатали. Так что ж, тогда еще возьмем еды пока что. Быть на массе. Она прям реально закончилась, я и не знал. Не зря зашел, получается. Ну тут реально как-то жестко с этой экономикой. Его подкачали. Захавали. Можно на работу. Так, сейчас закончится. Что у него стоило? 150. Короче, 450 надо накопить. Мы уже наконец-то. Мы наконец-то что? Начали более вменяемо прокачиваться дома, вот что вспомнил. Деменция. Нам нужно качать скорость, что-то вообще. Ну ладно. Боевую ярость установили и будет. Проголодался, скотина. Так, а я, по-моему, хавку не купил.
Пошел. Ладно, возьмем сразу 4. Пока мама под леденцами дрыхнет. Сладко можно пожрать. Наработку. Товарищ, возвращайтесь завтра, товарищ. Тесно спарринг. Второй раунд. Давай допинывай его. Допинали. Красота. Восстановить здоровье. У нас через один день файт. Себе у него жизнь, конечно, жрать, спать, работать. Периодически мордобой. Да, возможно, это то, к чему он стремился. Надо будет еще не забыть купить продукты. Что ж, попробуем. Так. Пока идет хорошо. Давай, урабатывай его. Да сука, сколько можно? Ладно, ярость подняли. Пусть будет. Магазин.
Три жрачки на два дня. Брать. Спать. Так, остаться на бой, черт с ним. Паринг, восстановить здоровье, домой. Парингу не хватает ускорения анимации или скипа. По-любому игра все эти ходы просчитала задолго до начала анимации боя. Минус 20. Шикарно. Так. Болт с ним в магазин заскочим. Вроде как я потратил только порцию на один день. Да. Пофигу. Давай, качок, качайся. Интересно, если на нем экзоскелет, как он прокачивает силу? Я до боя что-то делал, энергия у меня не в бою не полная. Немножко обидно. Хотя, опять же, в симуляторе бомжа было то же самое. Только там была какая-то нарколепсия, он не падал. И не терял здоровья. Просто восстанавливал энергию. Но этот перк надо было открыть.
Я знаю, как тут випом стать. Просто пробиваться вверха. Литос. О, извиняюсь. Под конфетками все спит. Восьми работает свалка, 8-10 мы на ней. Можно просто уработаться от счастья. На файт. Раскидаем малого. Да, конечно, уже странно выглядит, что второму я сливаю, первого избиваю как младенца. Но, к сожалению, пока так. Не знаю, как это сделать лучше пока что. Закрыть. Восстанавливать здоровье. Так. И домой. Мы его быстро отшлепали. Даже почти на это времени не потратили. Чуть-чуть рано. Легко фальстарт. Так, ну сможем купить эту прокачку. У мамы скоро таблы кончатся. Если уже не кончились. Но, в принципе, за два захода, да, мы зарабатываем на две порции на день и на табло на 10 штук. Оп. Купить. Беговую дорожку. Даже на три порции жрачки осталось. Таблеток маме. Кайфом. Здоровье у нас уже, блин, как у слона. Или не как у быка даже. Победа.
Надеюсь, того мы тоже ушлепаем. Домой можно. Побег, если гонца на беговой дорожке. На кровать ему апгрейдить, долго восстанавливает. Там еще жрачки. Порции, я не понимаю. На две. Ой-ой-ой. Мне не осталось мелочи на такси. Плохо. Ладно, заскочим в магазин, а то я действительно не помню. Сколько у нас еды? Одна почему-то. Мы сделаем 4. Опять на такси себе не оставил. Что ж, ребята, сейчас доберемся до дома и на этом, пожалуй, закончим. Как первый взгляд об игре, что могу сказать? В принципе, довольно забавно. Я в нее поиграю даже вне стрима. Завтра, наверное, еще постримим. Не ожидал от себя, что мне такие игры будут нравиться. Я думал, что с симулятора бомжа я просто кекал. Но здесь я тоже... Нормально так кекаю. Отсылок в игре много. Механика симуляции мордобоя забавная. И качка, которая работает, жрет, спит и качается. Жестокая переменная с матерью, конечно, которая... Спать нормально не может. Поэтому нас все время задалбливает. Ну да ладно. Что ж, на этом предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии. Так сказать, до встречи в новых стримах. Пока-пока.